Скучно журавлю показала жить одному, задумал он. Самолон
Кипра, ребятушки, где же ваша слава? Наша слава... Ой, нет, задумал-то он. Пора молодцу жениться, пора молодцу жениться, пора молодцу жениться, пора ехать со двора, пора молодцу жениться, пора ехать со двора. Задумал-то он жениться, да и думает, пойду посватаюсь в сапле. Пошел. Там тари дам тари дам тари 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 там тари дам тари дам там 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 тари дам тари дам тари 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 там тари дам тари дам там там. Приходит и говорит: цапля дома? Дома? Цапля, хоть за меня замуж. Будет петь не для тебя, не
Thank you.
проблема мирового масштаба требует внимания научного штаба. Главное сейчас успокоить население. Просим дать ученым еще немного времени. В чем же причина? Причину выясняют специалисты высокого чина. Ориентировочно данное загрязнение возникло по причине промышленного заземления. Да где-то помойка, мы не готовим. Я тут придиму все сильно рискую. На улицах мусор, повсюду разгром. Когда же закончится этот дурдом? Мусору нет, заземлению нет. Исправьте немедленно, вот наш ответ. Мусору нет, заземлению нет. Исправьте немедленно, вот наш ответ. Что за ерунда? Вы, конечно, простите, но полную чушь вы сейчас говорили. Вам нравится жить по системе народ, что только на сутки дает кислород. А вдруг поломается красная кнопка? Тогда-то посмотрим, как будет неловко. Корпорации и вдруг подложусь, это да. Но вижу я крупнее проблему беда. Не в том, что на улицах города водится. Проблема внутри человека находится. Вот эта привычка везде шутка бросать. Сейчас вам приходится локти кусать. Проблема внутри, оглянитесь, народ. Что мусор в душе человека живет. Верно, вам нечего на это сказать. Пора конференцию эту кончать. Дайте все видеозаписи. Да вы знаете, кто я? Это на моем канале 356 подписчиков. Я не усила кожу я,
хожу с этой морокофола, сам хожу люди куква, и зима купеля морона, и пане тужу на водной, сово кувырема во. Je ne coupe pas le feu sur sa terre et pas, et pas.
5. Когда мне будет 85, когда начну я тапочки терять, в бульоне размягчать кусочки хлеба, вязать излишне длинные шарфы, ходить, держась за стены и шкафы, когда все женское, что мне сейчас дано, истратится, и будет все равно уснуть, проснуться или не проснуться. Извиданного на своем веку я бережно твой образ извлеку и чуть заметно губы улыбнусь. Когда мне будет 85, по дому буду твои тапочки искать, ворчать на то, что трудно мне сгибаться, носить излишне длинные шарфы из тех, что для меня связала ты. А проснувшись утром на рассвете, слушаюсь дыханию твоему, вдруг улыбнусь и тихо обниму. Когда мне будет 85, с тебя пылинки буду я сдувать, твои седые букли поправлять и, взявшись за руки, по скверику гулять. И нам не страшно будет умирать. И нам не страшно будет умирать. Когда нам будет 85.
Сейчас я вам поведаю о том, что хотят женщины на подарки. Для женщин в подарках что самое главное? А? Внимание! Правильно, не размер, не цена, а внимание. Нам можно вообще ничего не дарить, а просто букетик цветочков купить. Ну, это если так, в обычный день, без повода. А если на праздник, то можно хоть что-то, лишь бы недорого. А если кому-то дорого, то можно просто открытку, как бы внимание. А если в открытке будут деньги, то открытка уже пожелание. Но деньги — это банально, это ж не внимание. Внимание — это красивое платье. Любое, цена абсолютно не важна. Важно, чтобы платье было не с распродажи. А если не платье, тогда любой телефон. Обычный, мне не нужен айфон. Просто телефон — это пожелание. Важно не бренд, а мужское внимание. А вот чехлы к айфону подойдут любые. Они на айфоны все дорогие. Стоят так же, как сумки примерно. О, вместо чехла лучше сумку, наверное. Да, я сумке любой буду рада. Не обязательно Прада. Мне пафос не надо. Можно подделку. Кожу тоже не надо. Но если подделка, то тогда уже Прада. Сапоги с такой сумкой я б любые носила. Особенно те, что за 7 000 отложила. Да, я понимаю, что они дорогие. Но я ж не виновата, что на мне хорошо сидят только такие. Сережки. Под эти сапожки можно простые. Обычные, Тиффани, не золотые. Что-что-что? Они у них там все золотые? А, ну тогда можно любые. Тиффани, самые-самые простые. А если с алмазом, то с небольшим. Можно, чтоб он был всего лишь один. Чтоб видели все. Он один у меня. Чтоб все понимали, что скромная я. А вот шубы, они все дорогие. Вот тут уже точно можно любые. И полушубок бы мне подошел. Желательно, чтобы подлиннее он был, в пол. Наверное, подарок нужен и мужу. Тогда мне срочно губы сделать нужно. А вместе с губами сделать попу и груди. Ведь не могут же груди быть меньше, чем губы. Ой, ну вроде бы все. Что сказать на прощание? Главное не подарки, главное внимание. Осталось только сказать об этом мужу. Обидно одно, что я не замужня. Ах, мне бы мужа самого обычного. Хотелось бы, конечно, чтоб он был симпатичный. Но когда узнают, сколько мне нужно внимания, жениться у всех пропадает желание. 15 ящиков. В одном из них твоя девушка. Она под водой. Воздух остался на 60 секунд. Время пошло. Тают на ветру, и что? Мы разлетаемся на миллионы осколков. Я тебя нашел. I'm
сухой листы оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом.
Спит ночной город, спят фонари, звезды сияют высоко в земле, сквозь тишину лесов и полей. Ветер несет вместе с моей, доченька спит с несладким сном, доченька спит с несладким сном. Перед тобой открыт целый мир, ты не спеши. Вставай и с мамой вдвоем тихонько шагай. Доченька, спи, спи сладким сном. Доченька, спи, спи Время быстро пройдет, и ты подрастешь, и дочке своей тихонько споешь. Доченька, спи, спи сладким сном. Доченька, спи, спи сладким сном. I'm not afraid to die.